Парикмахеры и стилисты «Всея Орла» готовятся к самому масштабному региональному соревнованию в области индустрии красоты. Грядет традиционное шоу парикмахерского искусства «Glamour Fashion Night». На этом шоу жители города Орла смогут увидеть таланты, креатив, новые модные решения в мире парикмахерского искусства. Смогут увидеть все то, на что способны парикмахеры города Орла. В прошлом году орловские дизайнеры причесок потенциальных клиентов уже удивляли. Замысловатые сооружения на головах для зрителей – альтернатива косички, для стилистов – возможность развернуть свои творческие способности. В повседневной жизни просто не сделаешь такого, не создашь такого образа интересного. Шоу обещает быть грандиозным. В прошлогодней дате 12-12-12 изменилась только одна цифра. Год уже 13-й. Надеются организаторы и на больший приток зрителей. Хотя в 12-м смотреть на парикмахерские состязания явилось 1000 орловчан. На сей же раз событие имеет и более высокий межрегиональный статус. Еще с соседних областей приедут участники, из Курской области ожидается около 10 или 15 участников. И в плане развития в следующие годы все больше и больше областей будет привлекаться на это мероприятие.